Не ямочный, а капитальный ремонт нужен улице Комсомольская, но в этом году его не будет. Сейчас чиновники думают о том, чтобы полностью закрыть аварийный участок этой улицы для движения транспорта. Об этом сегодня рассказал начальник городского управления благоустройства и транспорта Вячеслав Симаков. Речь идет об участке от ЖД вокзала в сторону улицы Пугачева. Жаловаться на огромные ямы и лужи рядом с домами номер 54 и 56 по улице Комсомольской кировчане начали еще несколько лет назад. Этой весной ситуация стала еще хуже. Но, отметили в администрации города, засыпать ямы щебнем или провести асфальтирование нецелесообразно. Цитата. 2-3 часа и снова все вылетит. Там требуется не ямочный ремонт, а капитальный. Конец цитаты. Поэтому пока чиновники решают, как именно и когда будут ремонтировать Комсомольскую, разбитый участок дороги могут перекрыть.